Бывший стрелковый полигон НКВД в Бутово известен как одно из мест массовых расстрелов и захоронений жертв репрессий в 30-е и 50-е годы прошлого века. Только в период Большого террора с августа 1937 по октябрь 1938 года здесь было расстреляно свыше 21 тысячи человек, в основном жители Москвы и Подмосковья. Ежегодно в четвертую субботу по Пасхе в память о пострадавших на территории мемориального комплекса «Бутовский полигон» проводится патриаршее богослужение. 1 июня, в День памяти Собора Новомучеников, Видновский край посетил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарха встретил глава Ленинского района Сергей Кошман. И приезд нашего патриарха для нас сегодня очень радостен, приятен. И мы будем делать все для того, чтобы это место, такое святое, такое памятное, было всегда в достойном состоянии. По традиции, святейший патриарх Кирилл совместно с управляющим Московской епархией Ювеналием совершил богослужение божественной литургии. На Бутовском полигоне под открытым небом молились священнослужители, настоятельницы женских монастырей, паломники из Москвы и Московской области, пел хор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Это просто непередаваемое. Это внутри такое волнение. По завершении литургии святейший патриарх совершил молебен святым новомученикам и исповедникам Церкви Русской и за упокойную Литию, а всех, кто погиб и погребен на Бутовском полигоне. Люди пострадали за веру Христову. Я сама человек православный, я очень почитаю их. Вот. И поставить свечку, вспомнить День памяти их сегодня, помолиться. Святое и одновременно трагическое место ежегодно посещают тысячи людей, чтобы поклониться погибшим – матери, отцу, близким и чужим. Бабушкин дядя, архимандрит Амвросий Астахов, в 1937 году расстрелян здесь. И вот каждый год мы, родственники теперь, приезжаем сюда. Бутовский полигон уникален в России по числу прославленных святых, чьи мощи покоятся в одном месте. К настоящему времени установлены имена около 1000 священнослужителей и мирян, расстрелянных в Бутово. Из них несколько сотен человек причислены к лику святых. Здесь похоронены истринские новомученицы Евдокия и Екатерина Милицы. Трое были расстреляны здесь. Вот. И когда я только ступила на эту землю, конечно, я до сих пор вот так же волнуюсь. Вот. Черной полосой прошли через жизнь многих людей события тех лет. Но мы не вправе зачеркнуть горькие страницы прошлого. Только хочется верить, что они больше никогда не повторятся. Лариса Вольнова, Евгений Садовский, Наталья Буслаева. Видное ТВ.